утро, дамы и господа! Здравствуйте! Ольга Венская! Владимир Богдан! Ну и с утра пораньше рады приветствовать вас в прямом эфире телеканала «Беларусь-2». А еще с утра пораньше спешим задать вам нескромный вопрос. А вы уже купили свой модный 6-й айфон? Да, я бы спросил, к чему, если б не знал правильный ответ. При новогодних тиражах, дамы и господа, не только 6-й айфон, но и огромное количество приятных призов ждут вас. Например, ну, квартиры, автомобили, почему бы нет, билеты уже в продаже. Ну а сегодняшний 716-й тираж мы посвящаем Всемирному дню всех мужчин. И эти аплодисменты в вашу честь звучат. А еще лотерея «Ваше лото» подготовила настоящую россыпь мужских подарков. Это золотые слитки, это пачки денег и, конечно же, автомобили. В общем, все, как вы любите. Ну, действительно любим, чем бы нет, хоть раз в году побыть немножко таким эгоистом. Сегодня очень крутой тираж у нас будет. В игре принимают участие 46 242 лотерейных билета. Рада сообщить, что из них 4414 билетов. Выиграли денежные призы мгновенной части тиража на общую сумму 45 миллионов 185 тысяч рублей. Здесь снова звучат аплодисменты. Да, и при этом билеты продолжают играть и выигрывать. Сегодня объем реализации лотерейных билетов составляет 924 миллиона 840 тысяч. Белорусских рублей. Призовой фонд тиража составляет 443 миллиона 923 тысячи 200 рублей. Снова слышим аплодисменты. Размеры отчислений, переходящих из тиража в тираж призовых фондов, сегодня 11 миллионов 917 тысяч белорусских рублей. Сегодня невероятная высокая вероятность розыгрыша джипота. Внимание, здесь всего-то на восьмом ходу разыгрывается сразу 80 граммов золота. На общую сумму 55 миллионов 718 тысяч 600 рублей. Снова мы слышим. Аплодисменты еще звучат, потому что джекпот сегодня 74 миллиона 604 тысячи. Основная игра продолжается до 85-го хода включительно. Значит, победителей в лотерею «Ваше лото» будет намного больше, чем в другие лотереи нашей страны. Ну и, кстати говоря, именно этот ход и номер бочонка определит игрока, с которым мы отправимся на поиски главного приза тура «12 стульев». Ну а главный приз игры «12 стульев» сегодня составляет 15 миллионов. Аплодисменты, я же под бурной овации представляю нашу тиражную комиссию. Итак, дамы и господа, Ирина Долотова, бухгалтер предприятия «Бали Мебель Стиль». Ваши аплодисменты. И Павел Потапов, менеджер предприятия «Торг Стайл». Я желаю вам удачи, следить за игрой очень внимательно. И спешу продемонстрировать наш лототрон. Здесь ровно 90 бочонков. Телезрители, убедитесь. Тиражная комиссия, пожалуйста, обратите внимание. 90 ли здесь бочонков? Да. 90. В таком случае мы с Марией прямо сейчас, наверное, сделаем вот тот обряд, который происходит каждое воскресное утро в «Ваше лото», и загрузим эти бочонки в мешок. Итак, под бурные овации наш главный приз. Давайте я вот счастливый бочонок у нас попадает, внимание, в мешок для того, чтобы снова предстать перед вами и принести вам победу в сегодняшнем, давайте назовем его мужским тиражом, мужском тираже в «Ваше лото». И, кстати, поскольку день мужчин, поскольку призы сегодня серьезные, сегодня автомобиль у нас в конце концов, я предлагаю в качестве человека, который будет дарить вам эти призы и разыгрывать сегодня автомобиль, пригласить настоящего мужчину, в конце концов. Человек, который является мало того, что примерным семьянином, так еще и разбирается в хороших автомобилях и других мужских игрушках. Встречайте, Саша Немо! Вау! Вот есть такие мужские вещи, как гараж и лотерея «Ваше лото». Почему бы нет? А мы играем в лотерею «Ваше лото» вместе с Сашей Немо сегодня. Саша, сколько билетов ты купил? Много. Как тебя поздравили с Днем мужчин? Вот, честно, меня практически не поздравляли. Вчера супруга пригласила на очень особенную и очень трудную силовую тренировку. Так, понятно. То есть по-мужски тебя поздравили. Очень, хорошо. Очень, да. Ну, раз ты подготовленный физически и морально, сегодня будем разбрасываться призами. Я объявляю первый тур «Ваше лото». Внимание на экран. Первый тур. Выигрывает билет, на котором раньше других будет заполнена любая горизонтальная строка. Этот билет продолжает играть. Согласно правилам первого тура, если победителей окажется несколько, стоимость приза делится равными долями между ними. И сегодня в первом туре разыгрывается 10 граммов золота в мерных слитках на общую сумму более 7 миллионов рублей. Очень хороший мужской подарочек, я вам хочу сказать, 10 граммов золота. Как вы думаете, почему я тщательно перемешиваю бочонки сейчас? Потому что первый тур и первый ход первого тура – это игра «Коронный номер». Выиграть в нее можно на сайте belloto.by. Всего лишь нужно угадать, какой же бочонок выпадет первым в первом туре. Доставай, пожалуйста. Я думаю, что именно этот бочонок принесет кому-то сейчас лотерейный билет в «Ваше лото». Номер 52. Номер 52. Ну, а теперь
Вперед к победе! К розыгрышу золота номер два. Номер два. Самое важное в этой игре номер 71. Номер 71. Это правильные бочонки доставать. Номер 76. Номер 76. Вообще, на самом деле, каждый бочонок для кого-то правильный, для кого-то столь нужный. Например, номер 68. Номер 68. Кому-то нужен 68, кому-то 44, например. Номер 44. Да, кому-то сегодня автомобиль достанется опять же. Итак, внимание, номер 9. Номер 9. И, внимание, до розыгрыша джипота остался один ход. Делаем его. С удовольствием, номер 12. Номер 12. Стоп, игра! У нас хорошие новости. Джипот разыгран. Выигрыш пришелся сразу на 4 билета и составил по 13 миллионов 929 600 рублей. Поздравляем победителей и продолжаем розыгрыш первого тура. С удовольствием продолжаем. Я перемешиваю бочонки. Позволяю Саше еще раз достать бочонок. Это номер 80. Номер 80. Мы ждем фразу «Стоп, игра». По-прежнему номер 64. Номер 64. Первый тур молниеносный, номер 32. Номер 32, стоп, игра! И вот оно, да, стоп, игра! Результат розыгрыша первого тура: выиграл один билет. Номер выигрышного билета 024467.1. Билет был реализован в городе Минске или Минской области. Но ваш выигрыш составил 10 граммов золота в мерных слитках. Поздравляем! Мы поздравляем! Первый тур принес кому-то отличные призы. И самое главное, победители игры «Коронный номер» могут просто так, вот бесплатно, даже не покупая билет в ваше лото, получить отличные призы. Билет в ваше лото, соответственно. Играйте на сайте bellotto.by. Я объявляю о втором туре ваше лото. Внимание на экран. Второй тур. Выигрывает билет, на котором раньше других будет заполнена верхняя или нижняя карточка игрового поля. Этот билет продолжает играть. Согласно правилам второго тура, если победителей окажется несколько, призовая сумма делится равными долями между ними. И сегодня во втором туре разыгрывается 15 миллионов рублей. Так, ну это маленькая подготовка к третьему туру. Почему маленькая, почему подготовка? Потому что деньги на бензин всем нужны, правильно? Хорошо, номер 55. Номер 55. Номер 55 у нас открыл второй тур, теперь номер 10. Номер 10. Как это волшебная комбинация, которую знает только Саша Немо. Ну, наверное, потому что он билет купил сегодня и сам настроен. Номер 50. Номер 50. Каждая цифра, каждый бочонок очень важны сегодня. В розыгрыше номер 49. Номер 49. Номер 86. Номер 86. Саш, есть автомобиль? Да. Хочешь еще один? Ну ладно, 57. Номер 57. А игроки ваши лото очень хотят. Поэтому, в принципе, ты автомобиль сегодня не себе, а кому-то подаришь. Автомобиля. Номер 7. Номер 7. Я тебе скажу, что в предновогодных тиражах мы разыграем 4 автомобиля. 4 автомобиля. Это больше, чем 2. Номер 67. Номер 67. Две очень хорошие квартиры в новостройках. И много чего-то. Конечно, нужно покупать билеты. Номер 11. Номер 11. Саш, о чем ты думаешь, когда достаешь бочонки? Вот только честно. Ни о чем. 81. Номер 81. Тут на самом деле-то думать действительно не о чем, потому что, друзья мои, удача распоряжается. Номер 38. Номер 38. Второй тур обычно затягивается. Мы ждем 46. Номер 46. Каждый ждет своего бочонка, каждый ждет своего выигрыша. Номер 74. Номер 74. И своего приза соответственно. Итак, пожалуйста. Внимание, номер 24. Номер 24. И очень скоро Ольга Венская произнесет лаконичную фразу «Стоп, игра». Хотелось бы. Номер 90. Номер 90. Не так быстро, как вам хотелось бы. Сегодня мужской тираж. Номер 56. Номер 56. Что же будет дальше? Следующий, номер 28. Номер 28. Какое любимое число у Саши Немо? 4. 73. Номер 73. Почему 4? Что у тебя связано? Номер 4. Красивая, да? Ну, посмотрим. Удобная. Итак, внимание, номер 18. Номер 18. Ну, да, удобная. 4 билета ваше лото купил, 4 автомобиля в семье и так далее и тому подобное. Номер 53. Номер 53. Четверо детей.
4 концерта в неделю. Номер 62. Номер 62. Лучше в день. Дамы и господа, номер 89. Номер 89. Я представляю, номер 72. Номер 72. Хотя, честно говоря, хотел, чтобы вы поаплодировали немножко, да? Зрители, студии, телезрители, пожалуйста. А я в это время перемешаю бочонки, нужно подготовить их. А я руку сменю, второй, да, давай попробуем, давай попробуем. Мы еще местами потом поменяемся. Номер 75. Номер 75. Все для того, чтобы немножко попытаться, по крайней мере, как-то обмануть удачу, но 78. Номер 78. На самом деле, хороший массаж. Я вот тебе скажу, я на сегодняшний номер 47. Номер 47. На сегодняшний тираж тоже купил билет. Вот тоже. Я надеюсь, что он выиграет. Мне очень хочется. Номер 30. Номер 30. И я не скрываю, что в ваш лото могут играть все сотрудники лотереи, потому что это честная игра. Номер 58. Номер 58. Это не запрещено правилами, а значит, мы абсолютно прозрачны. Номер 54. Номер 54. У нас сегодня, кстати, очень хорошая тиражная комиссия, которая следит за розыгрышем. Номер 15. Номер 15. Ольга, я уже не знаю, о чем говорить. Произнесите же желанную фразу, пожалуйста. Номер 42. Номер 42. И пока еще фортуна играет с нами. Продолжаем снимать бочонки. Да хорошо стоим, да. Номер 29. Номер 29. Мужской тираж, воскресенье утром. Хорошо стоим, говорит Саша Немана. 79. Номер 79. Стоп, игра! Да, наконец-то! Спасибо! Результат розыгрыша второго тура — выиграл один билет. Номер выигрышного билета 016-958.2. Билет был реализован в городе Витебске, Левитовской области. Ваш выигрыш составил 15 миллионов рублей. Поздравляем! Ну что ж, мы поздравляем. Дальше самый важный автомобильный тур. Мужчины, третий тур вашего лота. Внимание на экран. Третий и последующие туры выигрывают билеты, на которых раньше других будут заполнены обе карточки игрового поля. Согласно правилам третьего тура, если победителей окажется несколько, стоимость приза делится равными долями между ними. И сегодня в третьем туре разыгрывается современный и надежный автомобиль «Шкода Рапид» стоимостью более 167 миллионов рублей. Вот отлично, отлично, хочу вам сказать. У меня еще нет «Шкоды», а очень хочется. Мужчины, игроки в студии, у кого есть «Шкода», кто сегодня выиграть-то хочет? Все хотят выиграть, и даже не мужчины поднимают руки. Ну, правильно, для того, чтобы подарить ее своему благоверному. Итак, Саш, поехали. Все, машину разыгрываем сейчас. Самый важный тур. Номер 16. Номер 16. Прошу. Разыгрываем автомобиль Саши Немо. Номер 14. Номер 14. Внимание, номер 6. Номер 6. Прошу. Так, 69. Номер 69. 88. Номер 88. Номер 13. Номер 13. Номер 26. Номер 26. Несмотря на то, что мужчины у нас серьезные, все добиваются всего сами, но выиграть машину всегда приятно. 82. Номер 82. И сегодня кому-то это удастся. У кого-то получится выиграть автомобиль. Номер 17. Номер 17. Внимание, номер 41. Номер 41. Номер 59. Номер 59. Следующий. И, внимание, это был 55-й ход. До розыгрыша джекпота остался один ход. Делаем его. 36. Это номер 36. И дали информацию о джекпоте. Он не состоялся с возрастанием. Переходит в следующий тираж. Ну, не состоялся, так и не состоялся. Ничего страшного, зато подрос. Номер 83. Номер 83. Повезет тому человеку, который этот джекпот сорвет. Возможно, в следующем тираже. Номер 77. Номер 77. Так, предлагаю немножко помешать вот эти бочонки. Их не так много осталось. Ну и на кону приз, ради которого стоит постараться. 37. Номер 37. Это автомобиль. Внимание, номер 63. Номер 63. Следующий бочонок — это номер 65. Номер 65. Вся семья Саши Немо сейчас волнуется. Номер 23. Мама, номер 23. Мама волнуется прежде всего. Это всегда так. Все мамы волнуются и покупают билеты в ваше лото. Номер 5. Номер 5. Для того, чтобы выиграть автомобиль своему сыну.
шестой уже в семье. Номер 61. Номер 61. Ну, машин много не бывает. Я бы вот выигрывал и выигрывал, не поверишь. В принципе, да. Номер 51. Номер 51. Такой вот надо девиз придумать. Машину на каждый день от ваше лото. Номер 43. Номер 43. В понедельник? Стоп-игра! Стоп-игра! Вот это да! Результат розыгрыша третьего тура. Выиграл один билет. Номер счастливого билета 020-445.1. Билет был реализован в городе Минске, Люминской области. Ваш выигрыш составил современный и надежный автомобиль «Шкода Рапид» стоимостью более 167 миллионов рублей. Поздравляем! Вот она! Машина ушла! Кому, не знаю. Возможно, мне, возможно, тебе. Главное, тому человеку, у которого есть лотерейный билет, счастливый лотерейный билет, ваше лото. Еще раз аплодисменты, телезрители. Надеюсь, что машина в ваших руках. Убедиться в этом вы можете на сайте вашелото.by. Мы продолжаем розыгрыш четвертой последующей туры. Внимание на экран. Итак, друзья, достаем немногочисленные бочонки. 25. Номер 25. Воскресным утром кто-то стал обладателем автомобиля. 20. Номер 20. И тем не менее, билеты продолжают играть и выигрывать. Номер 4. Номер 4. Вот оно, счастливое. Стоп-игра. Результаты розыгрыша четвертого тура. Выиграл один билет. Ваш выигрыш составил 2 миллиона рублей. Далее обращаем внимание наших игроков. Выигрыши на вашем экране будут отображаться графически. Не пропустите свой выигрыш, ваше лото. Номер 8. Номер 8. Не пропустите свой выигрыш. Номер 70. Номер 70. Номер 31. Номер 31. Следующий бочонок, номер 34. Номер 34. Номер 45. Номер 45. Так мало стало. Мало? Номер 40. Номер 40. Зато это самые важные бочонки. Давай их немножко перемешаем. Пожалуйста, кучку, да, соберем для того, чтобы кто-то сейчас зачеркнул номер 19. Номер 19. Следующий бочонок. Номер 60. Номер 60. Опа. Номер 1. Номер 1. Прошу. Номер 33. Номер 33. Очень скоро номер 48. Номер 48. Очень скоро мы определим того игрока, который отправится на поиски главного приза тура 12 стульев. Номер 3. Номер 3. Напомню, сделает это последний бочонок. Последний бочонок основного розыгрыша. Номер 85. Номер 85. Сейчас узнаем, что же это будет за бочонок. Номер 39. Номер 39. Прошу. Да, пожалуйста. Да. Вот такие вот у нас вежливые мужчины сегодня. Номер 66. Номер 66. И, внимание, мы делаем последний ход в основном розыгрыше. Вот сейчас нужно постараться. Итак, внимание, последний бочонок. Он определяет сейчас того игрока. Так, зрители поаплодировали в студии, потому что кто-то из вас сегодня отправится за деньгами. Номер 35. Это номер 35. Стоп-игра. И на последнем 85-м ходу выиграл 1817 билетов. Выигрыш на карте составил лотерейный билет «Ваше лото» стоимостью 20 тысяч рублей. Поздравляем. 35. Значит, играем мы сегодня с игроками в студии, которые носят нечетные номера на сердце. Кому-то из вас сегодня повезет в туре 12 стульев. Ну что ж, я с огромным удовольствием поздравляю Сашу Нэм. Спасибо, ты сегодня кому-то подарил свою, ну или не свою, но главное, новенькую машину. Спасибо тебе за это. Ждем от тебя, кстати, музыкального подарка в завершении программы. На очереди «Миг удачи». «Миг удачи». Выигрывает билет, у которого все три числа в поле «Миг удачи» совпадут с номерами бочонков, оставшихся после основной игры. Призовой фонд «Мига удачи» сегодня составляет 887 840 рублей. Так, мы поздравляем, во-первых, победителей. Я все еще никак не успокоюсь. Достаю пока бочонки. Мы поздравляем нового автомобилиста, номер 87. Номер 87. А что я делаю? Я достаю оставшиеся бочонки. Номер 27. Номер 27. Для того, чтобы вы убедились. Номер 21. Номер 21. Что? Номер 84. Номер 84. Это
это же завалялся еще один. Да, точно. Номер 22. Это номер 22. Если ни одного из этих вот значений цифровых нет в вашем лотерейном билете, значит, он выиграл. Я вас поздравляю. Убедиться в этом можно уже сегодня после 14.00 на сайте bellotto.by. Я распишу, продемонстрирую, что мой мешок абсолютно пуст. Это значит, что основной розыгрыш завершен. И самое время подвести итоги розыгрыша «Мига удачи». Сегодня здесь выиграло 3 билета. Выигрыш на каждый составил по 295 тысяч 900 рублей. Поздравляем. Мы поздравляем победителей, и каждую неделю победителей ваш лото становится больше. Мы даже придумали специальный хит-парад победителей. Посмотрим его. Внимание на экран. В 717-м тираже «Ваше лото» каждому победителю четвертого тура мы подарим по смартфону. Это еще не все. Вас ожидают слитки золота 25 и 250 миллионов рублей. Играйте в ваше любимое «Ваше лото». Воскресным утром 1 ноября 2015 года в 715-м тираже «Ваше лото» выиграл каждый третий билет. Игра продолжалась до 85-го хода. И мы приветствуем победителей «Ваше лото». Я покупал билет в киоске. Не хотелось брать, но взял. Все-таки я взял. Проверял в инфокиоске. Сперва мне не верилось, что я 25 миллионов. Я спросил у женщины, говорю, правда или нет. И она посмотрела и сказала, да, вы выиграли 25 миллионов. Билетик был приобретен совершенно случайно в Беларусбанке города Жлобина. Проверили билет «Ваше лото» на сайте, увидели, что выиграли 25 миллионов. Было буря эмоций. Спасибо большое белорусским лотереям за этот замечательный выигрыш. Искренне надеемся, что выиграем еще раз. Я постоянно играю в «Ваше лото», ездил в студию, вот там тоже выиграл неплохую сумму. И сейчас вот такой выигрыш. Спасибо лотерее. «Ваше лото». Ну, мы в лотерее играем часто. В принципе, на протяжении 3 лет систематически каждую неделю, когда идут особенно какие-то крупные выигрыши, мы всегда участвуем. Мы рады, что вот появился наконец-то крупный выигрыш. Мы благодарны белорусским лотереям за то, что есть такая организация, которая дарит радость, пусть хоть не всем, но части населения. Для улучшения своей жизни и сохранения наследия Республики Беларусь играйте в мгновенную лотерею «Скарбница». Вы не только знакомитесь с культурным наследием нашей страны, но имеете возможность выиграть большие деньги и главный приз – 100 миллионов рублей. Часть средств от приобретенных билетов идет на поддержку культурных и исторических ценностей Беларуси. Мгновенная лотерея «Скарбница». Сохраняем прошлое для вашего богатого будущего. Драгоценный призовой фонд тура 12 стульев. Все, что нужно сделать игроку с нечетным номером на сердце, это достать номер бочонка, который совпадет с номером стула. Сегодня это номер 5, и именно этот стул выбрал наша тиражная комиссия. Правда? Этот стул? Этот. В таком случае я предлагаю подойти к лототрону и узнать, кто же из игроков, порядковые номера которых сейчас находятся в лототроне, отправится на поиски главного приза. Итак, Мария, вперед, помогай. Мы загружаем наши бочонки в мешок. По традиции перемешиваем его. И Маша своей счастливой рукой в хорошем настроении достает номер игрока. И это номер 5. Игрок с номером 5. Я прошу вас выходить сюда. Выходите ко мне. Мы, честно говоря, вне эфира гадали, какой же номер окажется. Вот номер 5. Итак, здравствуйте. Как вас зовут? Павел. Павел, вы где-то работаете? Да, работаю. Хорошо. Кто нас сейчас смотрит? Вот там по ту сторону телевизора. Кто болеет за нас? Друзья, знакомые? Жена смотрит. Мать. Жена, ребенок. Мама. Мама и жена, привет. Сын Данила. И дети. Сын Данила, привет. Все, всем так вот за папу. Вот так держите пальцы крестиком. Поможет. Итак, все, что вам нужно сделать, это для начала помочь мне загрузить вот эти бочонки. Берите мешок. Берите. Не стесняйтесь. Сейчас мы по-хозяйски на нашей кухне загрузим эти бочонки
вот сюда. Для чего? Для того, чтобы вы достали нужный бочонок. Ваша задача достать тот бочонок, который совпадет с номером стула, то есть с номером 5. И в таком случае вы получите потрясающий денежный приз. Итак, прошу аплодисменты зрителей в студии. Завидуем, завидуем. И это бочонок, позвольте, номер 4. Номер 4 не совпадает с номером 5. Но это ничего страшного. Во-первых, вам достаются 2 двойки вашего лото на следующий... Боже мой, их так много, даже 3, пожалуйста. На следующий тираж, потому что в следующем тираже большие деньги, и золото может стать вашим. Ну и отличный комплимент для вашей супруги, настоящий бриллиант. Огромное вам спасибо. Вот бурные аплодисменты зрителей. Вы отправляетесь на место. Я же объявляю счастливый номер. Внимание на экран. В туре «Счастливый номер» участвуют только комплекты из 2 билетов с одинаковыми номерами и разными разрядами. Выигрывают в туре «Счастливый номер» комплекты билетов, у которых цифры номера билета полностью или частично совпадут с цифрами на извлекаемых бочонках в последовательности их извлечения справа налево. Итак, счастливый номер. Счастливый номер мне, кстати, сегодня, как всегда, поможет разыграть представитель тиражной комиссии. И сегодня это Павел Потапов, менеджер предприятия Торгстайл. Так, Павел, держите, пожалуйста, мешок. Берите его по-хозяйски. Мы туда сейчас вот так загрузим все бочонки. Для тех людей, которые купили лотерейные билеты вашего лото двоечками, все то, что происходит сейчас. Это дополнительная возможность выиграть. При совпадении 5 чисел вы становитесь мультимиллионером. Если совпадение не случается, соответственно, призовой фонд распределяется между билетами, в которых совпали 4, либо 3, как следствие цифры номера двойки. Итак, достаем бочонки, пожалуйста. Достаем бочонок. Любой. Это номер 8. Номер 8. По правилам розыгрыша бочонок снова возвращается в мешок. Мы его немножко помешаем и достаем следующий бочонок. Все очень просто и очень быстро. Номер 6. Номер 6. Так, третий бочонок. Перемешали. Прошу. Внимание, номер 8 снова. Снова номер 8. Так, хорошо, еще раз перемешаем хорошенько. Это уж дело случая. Что у нас тут выпадет, сейчас узнаем. Номер 4. Номер 4. Счастливое число для Саши Немо, который, кстати, сейчас вот за кулисами там репетирует, готовится нам подарить номер. И прошу вас, еще один бочонок. Номер 3. И номер 3 в завершении тура «Счастливый номер». Ну а далее мы подводим итоги. Так, внимание. 20 билетов за совпадение 3 цифр сегодня получают по 292 700 рублей. 3 билета за совпадение 4 цифр. Каждый выигрышный билет сегодня получает по 975 600 рублей. 1 билет за совпадение всех 5 цифр сегодня получает 5 854 000 рублей. И наше поздравление. Хорошие новости для всех участников командной игры. Каждый из вас домой сегодня увезет по 2 500 000 рублей. Поздравляем! Мы поздравляем победителей, но поздравлять будем в том случае, если тиражная комиссия подтвердит правильность розыгрыша. Итак, тиражная комиссия, все ли у нас прошло верно? Все верно. Все верно. В таком случае итоги тиража. Ольга Венская. Итак, призовой фонд сегодняшнего 716-го тиража лотереи «Ваше лото» в размере 443 923 200 рублей разыгран полностью. Общее количество выигрышей сегодня составило 9779 лотерейных билетов. Результаты тиража ищите на сайте www.belato.by, либо спрашивайте организаторов лотереи «Ваше лото» и лотереи «Пятерочка». Ну что ж, в конце, в завершении розыгрыша я сделаю маленький приятный сюрприз всем жителям нашей страны. Расскажу о лотерее «Автодрайв». Мгновенная лотерея – это значит мгновенный способ проверить вашу удачу и выиграть колоссальный приз. Автомобиль Hyundai Accent может стать вашим. И именно эти лотерейные билеты достаются сегодня за работу с благодарностью в качестве комплимента нашей тиражной комиссии. «Автодрайв». Покупайте лотерейные билеты. Ну и я с огромным удовольствием перехожу к, пожалуй, самой народной лотереи. «Пятерочка». Внимание на экран. Лотерея «Пятерочка». Дамы и господа, лотерея «Пятерочка» с удовольствием представляет тиражную комиссию. Лотерея «Пятерочка» Ирина Долотова, бухгалтер предприятия «Бали Мебель Стиль», и Павел Потапов, менеджер предприятия «Торг Стайл». Давайте же узнаем статистику тиража.
Итак, сегодня, 8 ноября 2015 года, в прямом эфире телеканала «Беларусь-2» состоится розыгрыш 365-го тиража лотереи «Пятерочка». В игре принимают участие 10 683 лотерейных билета. Объем реализации лотерейных билетов сегодня составил 106 миллионов 830 тысяч рублей. Призовой фонд тиража сегодня составляет 49 141 800 рублей. 3164 билета выиграли денежные призы мгновенной части тиража на общую сумму 15 950 000 рублей. Размер отчислений на формирование переходящих из тиража в тираж призовых фондов сегодня составил 4 226 000 рублей. В туре «Джекпот» сегодня разыгрывается 9 050 700 рублей. Ну а в туре «Мегапот» сегодня разыгрывается 86 087 900 рублей. Мы действительно шокированы, очень хороший призовой фонд и готовы начать розыгрыш. Напомни правила. Выигрывает билет, которым в любой строке игрового поля, в любой последовательности совпали 3, 4 или 5 чисел с номерами выпавших шаров. Джекпот выигрывает билет, в котором в первой строке игрового поля совпали в любой последовательности 5 чисел с номерами выпавших шаров. Мегапот выигрывает билет, в котором в любой строке игрового поля совпали 5 чисел с номерами выпавших шаров в последовательности их выпадения. И мы моментально начинаем розыгрыш лотереи «Пятерочка». Шары в лототроне. Внимание, первый шар предстает перед нами. Это номер 29. Номер 29. Номер 28. Номер 28. Обратный отсчет у нас какой-то. Номер 13. Номер 13. Продолжение. Такая вот счастливое число. Номер 24. Номер 24. И в завершении основного розыгрыша шар с номером 27. Номер 27. Итак, 29, 28, 13, 24 и 27. Но я подведу итоги основного розыгрыша. Итак, внимание, 1001 билет за совпадение трех чисел сегодня получает по 11 700 рублей. 40 билетов за совпадение четырех чисел каждый выигрышный билет сегодня получает по 92 100 рублей. И, внимание, 2 билета за совпадение всех пяти чисел сегодня получают по 5 012 400 рублей. Поздравляем! Мы поздравляем победителей, но на этом не останавливаемся. Номер четверки на очереди. Внимание на экран. В туре номер четверки выигрывает четверка билетов, у которых цифры номера билета слева направо полностью либо частично совпадут с номерами выпавших шаров в последовательности их выпадения. Номер четверки. Итак, внимание, шары в лототроне под ваши аплодисменты. Мы начинаем розыгрыш. Закрутились, завертелись, дабы принести вам деньги. Итак, внимание, первый шар с номером 6. Номер 6. По правилам розыгрыша шары снова возвращаются в лототрон, принимают дальнейшее участие. Номер 8. Номер 8. Слева направо определяемый номер четверки. Следующий шар номер 3. Номер 3. И снова он оказывается в лототроне. Шар. Вот лидер. Лидер выпадает. Номер 1. Номер 1. И ждем тот самый победный восьмой шар. 8. Номер 8. В завершении тура номер четверки. Я еще раз повторю все выпавшие цифры. 6, 8, 3, 1 и цифра 8. Ну а далее мы подводим итоги. Совпадение 4 и 5 цифр не случилось ни в одном билете. 21 билет за совпадение двух последних цифр порядка выпадения сегодня получает по 84 400 рублей. 3 билета за совпадение трех последних цифр порядка выпадения получает по 590 800 рублей. Поздравляем! Ну, мы поздравляем, безусловно, поздравляем. Однако я хочу убедиться у тиражной комиссии, что все было правильно. Итак, правильный прошел розыгрыш лотереи «Пятерочка». Все верно, замечательно. Итоги тиража. Ольга Венская. Итак, призовой фонд сегодняшнего 365-го тиража лотереи «Пятерочка» в размере 49 141 800 рублей разыгран полностью. Мегапот и джекпот разыграны не были, они с возрастанием перешли в следующий тираж. А общее количество выигрышей сегодня составило 4231 лотерейный билет. Результаты тиража ищите на сайте www.belloto.by, либо спрашивайте у организаторов лотереи «Пятерочка» и лотереи «Ваше лото». Вы знаете, я поймал себя на мысли.
53 дня осталось до Нового года. Я даже не верю, что я уже об этом говорю. Скоро выпадет снег, скоро мы будем радоваться, покупать новогодние лотерейные билеты, лотерея «Пятерочка» и ваше лото. А почему? Потому что две квартиры в новостройках, 4 стремительных автомобиля, золото и большие деньги. Загибайте пальцы дальше, потому что еще ожидает всех нас новый современный iPhone. Покупайте билеты в ваше лото, выигрывайте современные модные призы и будьте самыми модными и счастливыми. Ну, не модный, так говорит о себе Саша Немо, который исполнит скоро одноименную песню. Ну, не модный, это потому что у него нет iPhone, а покупать его не нужно. Можно просто купить лотерейные билеты в ваше лото и выиграть этот самый iPhone. Почему бы нет? Итак, друзья мои, встречайте в завершении нашего праздничного мужского утра. Мужская песня от Саши Немо. Внимание на экраны, аплодисменты. Зачем? Я не твой бог и не твой враг. Я хочу быть с тобой вот так. Если кто-то оставит за мной след, это будут с тобой наши дети. Мне так хорошо, я пою еще 1, 2, 3, 4. А помнишь, как я был немодный, так молодый, совсем свободный. А ты так стильно любила лето, а я писал и писал куплеты. А помнишь, как я был немодный, так молодый, совсем свободный. А ты так стильно любила лето, любила лето, любила лето. На-на, э, на-на, э, на-на. Моему сердцу горячо, ему так с тобой хорошо. Не заглючит, нам стучит, у тебя от него ключи. В глубине самых теплых твоих снов поселилась однажды моя любовь. Не гони ее, береги ее. 1, 2, 3, 4. А помнишь, как я был немодный, так молодый, совсем свободный. А ты так стильно любила лето, а я писал и писал куплеты. А помнишь, как я был немодный, так молодый, совсем свободный. А ты так стильно любила лето, любила лето, любила лето. На-на, э, на-на, э, на-на. Немодный, так молодый, совсем свободный. А ты так стильно любила лето, а я писал и писал куплеты. А помнишь, как я был немодный, так молодый, совсем свободный. А ты так стильно любила лето, любила лето, любила лето. А помнишь, как я был немодный, так молодый, совсем свободный. А ты так стильно любила лето, а я писал и писал куплеты. А помнишь, как я был немодный, так молодый, совсем свободный. А ты так стильно любила лето, любила лето, любила лето. На-на, э, на-на. В 717-м тираже «Ваше лото» каждому победителю четвертого тура мы подарим по смартфону. Это еще не все. Вас ожидают слитки золота 25 и 250 миллионов рублей. Играйте в ваше любимое «Ваше лото».